Привет, бойскауты, с вами Кьюбайт, и добро пожаловать в LEGO DC Super Villains. Мы продолжаем ее проходить. Alright, Clarkson, you may be new, but I like you, and I'm a great judge of character. So I want you covering the Star Labs break-in. Sure thing, Perry. Aw, don't look so gloomy, Lois. I'm sending you to the Galaxy Communications Tower Gala. It's gonna be a glamorous event. You'll get to interview VIPs about their designer dresses, that sort of thing. Mr. White, I know it sounds crazy, but the Justice Syndicate are big-time villains. You have got to believe me. And say it! Так и думал. He didn't believe me. No evidence, no story. You mind if we talk? If what you're saying is true, this would be incredible. So, you believe us? Sure I do, but the public's not going to accept your story without any evidence or even an eyewitness to back it up. Well, Harley Quinn saw them wipe out the whole of the Justice League. No kidding. We should get her for an interview. First, we have to find her. Then get to it. Because it'd be criminal not to expose the Justice Syndicate for who they really are, right? Они не поняли. Okay, so we need to find Harley Quinn fast. I know a few of her secret hideouts, so I'll check on those. Meanwhile, you guys make your way to Bell Rev and see if her Task Force X buddies know anything about where she is. Окей, мы сегодня отправляемся в Bell Rev. В общем, у нас отряд самоубийц. Мы... О, нет, нет, не надо, не надо, не надо вот это вот нам трека, который банят. Из-за него блокирует ролик, поэтому давайте перемещаться. Я не знаю, что это лифт? Нет, серьезно, а что это такое? Это портал был. Остров Страйкера. Очень быстро как-то. И это, в общем-то, наш герой. Давайте за нашего играть. Хоть убийца Фрост классно катается. Кстати, мне интересно... Да. Когда и компьютер за нее играет, то тоже остается след. Вперед к приключениям. Посмотрим, что и как. Мне, кстати, я уже начал на канале проходить DLC для Человека-паука на PlayStation 4, который... О, здесь гоночки у нас. Так, а нам нужно туда. Ну, давайте сядем. Вот, и я почему-то думал, что в комментариях действительно будут... Не-не, гонка не нужна. Будут комментарии на тему того, почему я туплю в LEGO-играх. На самом деле, первое, я туплю во всех играх. Это никак не связано с LEGO. Во-вторых, это... Ну, например, если смотрели мое прохождение по Пауку, то там я, может быть, не так сильно тупил, потому что игра совершенно другого типа. Здесь больше геймплея, меньше катсцен, и, в общем-то, геймплей здесь слегка другой. Если там тебе нужно драться, и ты примерно понимаешь, что тебе нужно выполнять, здесь тоже, но тебе нужно постоянно выполнять разные загадки. Вот, там этого меньше, там загадки очень редко попадаются. И я бы не сказал, что они сложные, потому что вот это, ну, точно детская игра. Если Паук, там, у него рейтинг в России 18+, то есть, по сути, вот прям по сути, в него могут играть люди от 18 лет. Ну и вы понимаете. Ну, разумеется, это не так. Всем ясно, по-моему. Вот, а что касается этой игры, она продается для детей, и в основном ее покупают дети, но это не значит, что она детская 100%. То есть, разумеется, в нее могут играть и взрослые люди, и это нормально. Я, например, когда был на Игромире, у стенда было полно таких уж, знаете, ну, даже не подростков, а повзрослее. То есть, ну, примерно моего возраста. Мне 21 год, ура! Да, это... Вы, наверное, сейчас некоторые удивились, потому что постоянно, когда я это говорю, кто-то удивляется. Почему, кстати, здесь нет транспорта, который может летать и просто быстро нас туда перенести? Я не знаю. Это очень странно, но ладно. Это болото! Я, кстати, думал, что это вообще за локация, это оказывается болото. Черт, они вообще знают, как оно выглядит? А, и здесь сразу у нас Bell Rev. И что там у нас? Посмотрите, какой злодейский знак. Прикольно. Ну, то есть, это как-то нелогично, что у тюрьмы такой злодейский знак, но выглядит неплохо. Or any day for that matter. We aren't a soft touch like at Strikers. Oh no, we run a tight ship. We're not a ship, like a boat or whatever.
Так, ну понятно. Это тюрьма для прям отпетых злодеев. Don't nobody steal nothing from my cell while I'm gone, you hear? Is that another inmate? This is the third time today. Which button activates the lasers? А, то есть правда лазеры есть у тюрьмы. Давайте тогда аккуратнее. Я не думаю, что это хорошая идея. А, нормально. Так, а кто может оттолкнуть, ты? Окей, не сказал бы, что это логично. Seems like a good fit for my icy talents. Стоп, а зачем? Я, наверное, могу сделать так? Что-то фигня какая-то. Наверное, я не до конца. Погодите. Нам нужно попасть сюда. Вот сейчас я, например, туплю. А при чем здесь лазер? Что я тут могу? Может, вот здесь? А, вот. Да? Окей, это нелогично, потому что обычно в лего-играх, ну, то, что нужно подтопить, помещают золотом. Как здесь? Оу, дедшот. Там вообще, видимо, камера Харли. Бумеранг. И вот сверху стоит Аманда Уоллер. Да, и смотрите, вот, видите, золотым помечено, теперь я делаю... А, ладно, сейчас разберемся с ними. И вот теперь я могу плавить. А там было нелогично, поэтому все оправдано. Моя тупизна в этом случае оправдана. Так, а здесь у нас... Я тоже умею меньше... А, то есть вот ту способность, которую я получил... Ой, это странно. Я не помню, чтобы я это ставил. Видимо, я это получил с прошлым уровнем в прошлой миссии. Окей. Правда, там мы просачивались, или там карабканье, что-то такое. Ну, это, наверное, для девушек. А, нет, просто кнопка. Прикольно. Я тоже хочу уметь строить кнопки, которые активируют все что угодно. Так, ну вот здесь явно для... Стоп. Для убийцы Фрост. Фрост. А, нет, это... Окей. Оу, это было или в LEGO Dimensions, или где еще? В LEGO Marvel Super Heroes, я вот не припомню. И оно еще как-то очень легко проходится. Да, это было, по-моему, в LEGO... Я могу поворачивать, кстати, лабиринт. А, ну то есть вот так он проходит, окей. Что-то как-то неправильно я прохожу, по-моему. Не, так я упаду, погодите. А, стоп, что-то я... Что я мог здесь сделать? Что-то закрыть? Окей, ладно. Нет, это явно не так работает. Окей. О, да, вот там что-то можно было. А как эти штуки вырубаются? Ну, то есть, нет, прям их же можно вырубить. Не-не-не, мне не в ту сторону надо было. Стоп, я реально его мог с той стороны... Блин! Я там мог нажать, не переходя. Вот я же говорил, что можно как-то активировать. I didn't really think this far ahead. I suppose you two can find a way to open this door. Так, я взял себе дедшота. Nice. Да, еще я не закончил по поводу вот комментариев. То, что почему там я не тупил, а здесь я туплю. Проблема еще и в самой игре. Здесь очень
очень насыщенный экран всеми разными штуками. Подсказки, какие-то вот масштаб, еще что-либо. То есть здесь очень много вот такого. И ты начинаешь теряться, плюс я еще и комментирую это все. И ты начинаешь теряться и немного не концентрируешься, в общем-то, на том, что происходит. Это, конечно, все отвлекает в любом случае. О, мне, кстати, интересно глянуть. Ну и еще вот эти, меня на самом деле всегда раздражали вот эти жизни в играх. То есть не всегда они вот так вот хорошо работают, как, например, не знаю, но в Пауке, я не помню, были, да, там есть жизни. То есть в каких-то экшен-играх они нормально работают, вот здесь это совсем странно, и это немного даже раздражает, когда ты просто, лучше бы, типа, не знаю, тебе, например, отрывало бы одну ногу или руку, вот это было бы прикольно. Или надо было бы перепроходить весь уровень. Вот это хардкор. Тогда бы ты точно не умирал бы. Ну, то есть тогда бы я концентрировался больше на игре. В любом случае. Простите, парни. Че, я не могу их задавить? Валим, валим, валим. Стоп, а почему... GCPD опять? Ладно, странно. Тут везде готэмские обозначения. Неважно, по-моему, даже если я буду в Метрополисе. Что? Стоп, а при... Проехал. А при чем здесь Харли? Она же была с Джокером. Они там все в одной тусе. Так, ну мне надо... Что это? Почему здесь нет обозначений? Что это такое? Нет, мне не нужен инфоцентр Джонни. Ладно, это не очень удобно. А что это такое? Окей, странно. Очень странная карта. Что это такое? From Gotham City to Metropolis. Travel in style. Ну, в общем-то, здесь реклама как раз-таки этих монорельс, на которых мы попробовали поездить, ну, такое себе ощущение. Ага, мы уехали. И вот теперь у нас ботанические сады недалеко от парка Джокера. Ну, пойдемте проверим. Я, правда, не знаю, что здесь делает Харли. Не было вроде речи, что она сюда пошла. Погнали. Ну вот теперь это сюжетка, то есть до этого была не сюжетка. Hey, Lois, shouldn't we be heading over to the Metropolis Gala? Don't worry, Jimmy. Expensive dresses and canapés can wait. Didn't Mr. White put Clark, I mean, Kent Clarkson on this job? He did, but it's gonna take the planet's best reporter to uncover how the Justice Syndicate let two villains slip through their fingers at Star Labs. Call me suspicious. There's something not quite right about those Justice League replacements. I mean, one of them's called Deathstorm. What kind of a hero name is that? Вот это хороший стёк. Once we're done, we'll go to the gala. Oh, great! I don't want to miss those canapés. Вот это прикольно. Мне нравятся очень ставки эти, они прям. То, что нужно. Are you sure that's what you saw? The new guys just zapped the old Justice League clean away! But the news says that... The news? You don't understand, Red. We're the bad guys, but they're the worst guys! If Mr. J wasn't banged up in Arkham, they'd figure out a way to stop those no-good do-gooders! Oh, Boxy, use all I got to remember Mr. J by! There, there, honey. You can stay as long as you like. Она призовет Дарксайда. Good day, Harley love. God, flaming vines. It's chocker with them. Get out. Oh, protect you, Harley. Harley, wait!
Окей. Почему-то ядовитый плющ. Они же знают друг друга. Капитан, бумеранг, идиот. Вот и я о чем. I've been told by certain parties that I'm a real charmer. Well, it's gonna take more than charm to get past Poison Ivy. Hey, Deadshot, mate. Is Killer Frost giving me the cold shoulder? Less puns, more action. Let's find a way to take her down. Ну, то есть я могу так стрелять. И еще я заметил, что в этой игре очень много... Чересчур... Что? Эти грибы! Чересчур пестрых цветов, которые даже для Лего очень яркие. Вот как-то Лего начали, ну я имею в виду TT Games, Лего игры начали делать в это упор, почему-то, непонятно. А что это такое? Вот отсюда и были эти грибы? Короче, нам нужно собрать кучу всего. Вот так, надо как-то ее освободить. Дэдшот, у тебя наверняка есть вот такая штука. Нет. А у тебя? Да, у тебя есть. Странно, что у Дэдшота нет гранат. Я лучше отойду, давай постреляем. Да уйдите! Так, хорошо. Нам нужно собрать там пистолет. Короче, кучу разных штук. Это теперь, знаете, ну вот мы уже в нескольких сериях поварили зелье. Это как в Гарри Поттере было. Они начали брать из старых еще своих игр какие-то тоже фишечки. Но не сказать, что это плохо. Так, вот здесь точно нужен дедшот. Окей. You'll pay for that. Let's clear the air, shall we? I don't like the sound of that. Oh, what's that funny smell? It's toxic gas. Quick, everyone out! Секунду, только соберу монетки. Монетки же это важно. Так я вроде там ничего не сварил, хотя надо было. Not giving up yet? You're more stubborn than I thought. Ivy, stop! You made a mistake. We're not here to. Hey, come back! Так, это зона у нас Woodlands. Дальше десерт. Стоп. Я попал по тебе? Прости, наверное. Что я могу здесь заморозить? Ну это явно не работает. Воу-воу-воу, ну в Лего игры однозначно веселее играть с кем-то, то есть в компании. Ну как они в принципе и рассчитаны на прохождение с другом, подругой, с мамой, папой, не знаю, со всей семьей. Такое, ну то есть это еще и семейные игры, очевидно. Вот, это да, прикольно. Одному тут порой бывает скучно. И я даже молчу не от того, что я очень занят, а потому что... Чувак-крокодил! А потому что, ну, в общем-то, и нечего сказать пока. Мне вообще надо было вот эту штуку взорвать. Уйди, уйди, ну чего? Ой, привет, парень-крокодил. Вот он мне нравится. Почему у меня нет такой шляпы? Я серьезно, я бы надел. А в Lego Worlds мы могли кататься на этих крокодилах. Эх, былые времена. Нам нужно построить... А детали? У нас, по-моему, не все детали есть. Ну, очевидно... Сейчас нам предлагают включить подсказку. А! Стоп, может быть... Да, все. Огромный молоток, почему бы и нет? Да уйди. Нет, серьезно.
Вы, конечно, классные, но вы надоедаете. Дизайн похож на Лего Чима персонажей. Там тоже, помните, львы, крокодилы. Еще такие череповастые все. Самое забавное, вот эта вот схватка, она ни из чего произошла. Потому что, ну, капитан Бумеранг идиот, как я и сказал, он полез уничтожать растения. Вот. И ядовитый плющ, ну, очевидно, разозлилась. Но теперь она сама жалуется, что мы уничтожаем еще раз ее растение. Но она же на нас нападает, что нам ждать, пока она сожрет нас этим цветком? То есть такой конфликт ни из чего, как будто. Но здесь нам нужно пострелять в нее, пока она не разозлится. В общем-то, поснимает здоровье. Парни, кактусы! А, это фу, я прочитал десерт, а там Desert было написано. Все, я серьезно. В моей голове что-то не так перещелкнуло, по-моему, уже давно. Я могу с тобой бегать. Здесь теперь есть вот такая штука. А что это такое? А, это новая сила. Нам опять нужно ловить энергию. Ладно. Куда вы все? Лучше всего держать где-то на середине. Нет, все равно хочется гнаться за ними. Ну, ты серьезно? Короче. Это смешно. И у нас еще одно новое. Мы таким образом станем какой-то имбой невероятной, с кучей сил. Ну найс, он теперь может увеличиваться. Ну, просто становиться сильнее. Ну это же очень круто. И я говорю с досадой, потому что это же нечестно. Я сделаю, видимо, какую-то атомную бомбу и брошу в ядовитого плюща. Так это работает. Чё ты сделал? Что это было? Оу! А зачем я ее бросил? Я же никуда не попал. Там у нас, во-первых, надо вот эту штуку сейчас постреляем. Не прыгай. Вот, теперь, да, сейчас. А здесь? По идее, я здесь тоже могу проломить. Или мне сюда и нужно бросить? Ну вот я здесь при чем? Знаете, в этой игре нужна невероятная точность, которую еще нужно обрести. Вот нужно вот здесь встать. И вот только здесь. Подойдешь ближе, все. Ты провален. Парень, выходи. Так, ну это очевидно дедшот. Да дайте дедшота. Спасибо. Вот, теперь нам сюда. Супер траектория, а-ля меченый. И опять пузыри взрываем. На экране столько всего происходит, за этим очень тяжело следить. Меня бросают грибы. Прости, Айви, ты классная, ты мне нравишься, например. We just came in here. This Sheila went all... Save it. Ivy, you okay? Harley, did any of these fools tell you why we're here? Take it to the press. We're gonna expose those new heroes. Wait, you believe me? Yes, of course. We found out those fakers are actually called the Crime Syndicate. Она реально вызовет Дарксайда. Looking for you, clown. Thanks for doing the hard work. И Сейд тоже прилетел. Ain't that just a dingo's dinner? Death storm to Ultraman. We've got the witness.
bringing her to you. Over. Oh, you'll never get away with this. I got proof that you zapped the Justice League. I think you'll find I have your proof right here. My phone! So now, what I need to know, and why I sent my friends here to get you, did you make any copies? Copies? No, of course not. That's good for us, and extremely bad for you. Heads up, you drongo! Are you okay, Harley? I am now! How'd you find me? Heard it on my grapevine. Gee, thanks for coming to save me, Catwoman and Captain Boomerang and whatever your name is. Is the doctor don't say much? Because that'd be a neato name. Here, take this back. It hasn't stopped beeping since they took you. Go. We'll hold them off. Hope you've got a plan. I got a video on this phone that'll show the world who those phony creeps really are. Great idea, Doctor Don't Say Much. Почему он не болтает, собственно? That's the perfect place to announce it. Мы возле Daily Planet? Да? А, ну да, они же прилетели к Ультрамену, по идее, это реально Daily Planet. Или там какой-то гала-концерт был? Ай, короче. Сейчас выясним. Мне очень нравится дизайн Грида. Ну, он же сеть. Это злой киборг, он прям здесь хорошо выглядит. Try and keep a low profile. Still lots of security around. Ha! I'd like to see them try and stop us. Let's go. А здесь мне подцепиться же надо. Ну, методом проб и ошибок. Я-то знал, что меня снесет, но а как это выключить теперь? Надо подумать. А если я здесь пройду? Ну, здесь я не пройду, да? Да. Ну, короче, надо опять сделать мост. Вот там, видимо, где-то выдвигается. Или отключить просто это. А это у нас для Дэдшота? Дэдшот, ты с нами? Бро, ты нам должен помочь. Там для Бэтмена. А здесь? Ну, к сожалению, все гораздо проще. Это для нашего. Эта штука. А они вообще не выключаются? Так, стойте, переводчик убили с помощью, чтобы открывать новые проходы. А! Окей, я так и не понял, как работает выключение. Я, видимо, прям сильно тормоз, но серьезно. Нам нужно... Я, знаете, как будто в грязи, да, не туда. Я просто не теми кнопками поворачиваю, вот. Короче, буду по старинке поворачивать. Ну, а, ну, короче, они так проходятся, серьезно. А. Тут даже ничего прикольного нет. Бим! Как всегда. Давайте чай попьем. Я вот с вами стукнулся. Heads up, guys! Incoming! This is the police! Stay where you are! Uh-oh! Looks like someone told them where we was headed! Nothing we can't handle, right?
What's this again? Oh, right. I got it. Помню по старинке, как я шикарно проходил... Что там? Там где-то Айви может сделать что-то? А, вырастет, наверное, да? Прикольно. О, как! Прям целый мост. Я по старинке всегда играл как? Я не бился с врагами, я просто выполнял то, что мне нужно. У некоторых... А как это? А, это прям по цветкам прыгать? Ну, то есть по лепесткам этим? Короче, ладно. Самому ничего не делать, просто нажимать. Ладно, ладно, ладно. Как скажете. Да соберись ты. Серьезно. Но это какое-то другое здание, это не Daily Bugle, это даже, я не уверен, что в Метрополисе. Какой-то, помните, там Galaxy Communications? Стоп, а, вот же. Кстати, что-то мне прям очень сильно напоминает вот эти здания. Где-то я их раньше видел. Может быть, даже не в Лего игре, но хотя не знаю. Вот что-то было однозначно такое. У нее, кстати, такое себе граффити. Граффити. У Джокера лучше. Роботы, okay. Тарелка НЛО, камера. Sure, but what's all this stuff? Oh my gosh! I know this place! It's the set they use for that new TV show! The one about the scientist who swaps bodies with his dog! Sounds right up your alley, Harley. Okay, okay. Let's try to stay on track until we're out of danger. Besides, I still need to catch up on last week's episode. Без спойлеров. Интересно, как Дэдшот, находясь в Бельриф, смотрел новый сериал, ну ладно. Возможно, в Бельриф не такие уж и плохие условия. То есть ты сидишь, смотришь сериалы. Я не против так отдохнуть. А здесь что-то нужно? Ну окей, давай. А вот. Теперь нам нужно найти следы. Я не знаю, как-то связан ли с этим наш герой. Стоп. А здесь был след. Чуваки, запомните, если перед вашими глазами вдруг появляется ведро, а вы его раньше не видели, это очень странно. Это не называется режимом детектива. Вау, это что такое? Это выглядит не как какая-то, знаете... Ну нет, хотя здесь есть камера, может быть реально, типа ученый там выращивает монстров. Ну это точно для Айви. Так, ищем теперь цветы. А, все? У нее все было это? Это, наверное, газ любви. Нет? Да. Я помню, как она частенько на Бэтмене это использует в комнате. Да, Galaxy Communications. Блин, я думал, там какой-то, знаете, твист будет. В плане того, что они там не появятся, и копы такие, что, куда они делись?
Some people are so hard to get rid of. Any ideas how we get past? There's gotta be a way. I didn't come this far to lose now. Да погоди, как тебя поймать? Так, мне нужен наш парень, чтобы сюда переместиться. Мы переместились наверх. Ну ладно. И, как я и сказал, здесь какой-то вечер такой, типа бал. Galaxy Community. Опять ничего интересного. Так, я понял, здесь нужен дедшот. Как это называется? Хлорокинез? Что? Так. You're doing, miss? You and your team are no good imposter copycats. No, Miss Quinn. We're the good guys. You're the villains, putting all these good people at danger with your chaos and disorder. Why, I bet all this was just a distraction to steal from these fine folk. Hey, my watch is missing. Oh my, they stole my necklace. My fault. How dare she besmirch the name of the Justice Syndicate! Holy frame-a-roly! Where's Mr. J when you need him? Прикольно. Опять конечная катсцена, она реально оказалась забавной, они их подставили, Флэш их обворовал, посетителей. В общем... Все идет против злодеев, и это классно, вот сюжет, идея мне очень нравится, вот как они выкрутили так, что злодеи это теперь герои, по сути, и они защищают Готэм, ну, потому что они вынуждены это делать, и их самих начинают подставлять, короче, прикольно, мне это в любом случае нравится, посмотрим, что будет в следующих сериях, оставайтесь, если вам интересно, на канале еще другие ролики выходят, там Паук, там еще и Мстители, да, заходите, посмотрите, поддерживайте лайком, оставляйте комментарии, всем спасибо, всем пока.